Всем привет! Меня зовут Дима, мой ник Brother2S. На этом канале каждый день выходят новые видосики на фарм опыта. Дружище, с этим каналом ты быстрее прокачаешь свой основной аккаунт и всех своих твинков, чтобы забрать халявные V-баксы из боевого пропуска. Обязательно подписывайся, ставь лайк, прожимай колокольчик, чтобы не пропускать новые видосики. Будет еще очень много интересного. Заходим сейчас в поиск, в поисковую строку вводим код 92889985-2649. Нажимаем Enter, нажимаем на вот эту картиночку, потом выбрать и ставим здесь частную игру. После чего нажимаешь играть, чтобы запуститься на карту, заходишь к себе в магазин предметов и внизу здесь не забудь нажать кнопочку поддержка автора и ввести мой код автора и партнера компании P-Games G-App. Нажимаешь потом поиск, код фиксируется у тебя в магазине и с этого момента ты будешь поддерживать меня всеми своими покупками. Друг мой, спасибо тебе большое за такой классный поступок. Итак, смотри, когда заспавнился тут на карте, можешь вообще лут не поднимать, он тебе не пригодится. Тебе нужно выбраться на улицу, неважно, где ты будешь заспавлен. Я вот сейчас здесь заспавнился, но здесь всего 16 мест на этой карте. Поэтому просто строишь вот так в небо рампы для того, чтобы сориентироваться, где ты находишься. Поднялся наверх и здесь осматриваешься. Тебе нужно оказаться вот в этом месте, где находятся большие здания. Здесь есть еще маленькое здание внизу. Вот к нему тебе и нужно спуститься. Только смотри, раскрой дельтаплан, чтобы не разбиться. Все, ты попадаешь вот к такой стеночке, где куча баннеров, на которых, естественно, размещены картиночки разных классных карт. Нам с тобой нужно сейчас вот к этому баннеру подойти. PvP Battle Building. Нажимаем на него «Играть». Здесь проверяем обязательно, друг мой, вот этот значок. Это важно, потому что если этого значка нет, ты прямо сейчас на карте не сможешь получить опыт. Если значок есть, значит карта дает опыт. Нажимай «Настройки острова», меняй на частный режим, подтверждай и потом нажимай «Выбрать», чтобы загрузиться на карту. Сейчас я покажу одну очень-очень крутую и легкую локацию для фарма опыта. Итак, мы заспавнились на карте. Обрати внимание, важно, если ты заспавнишься здесь в открытом режиме, возможно, что не будет у тебя вот такой кнопки. Поэтому очень важно заходить именно в частном режиме. Нажимаешь вот здесь вот кнопочку, возвращаешься потом вот к этой будочке для переодевания, для кабинки. Справа от нее делаешь эмоцию и на ней сверху находишь вот здесь кнопочку Secret Location. Нажимаешь эту кнопку и попадаешь в локацию с таймером. Надо подождать, пока закончится вот этот таймер, чтобы активировать вот эту кнопку. Дружище, пока идет таймер, ознакомься обязательно с моим плейлистом на тему, как создавать карты в творческом режиме Fortnite. Я стараюсь там помогать всем, кто нуждается в помощи, всем, кто хочет изучить этот вопрос, стать создателем карт и делать очень крутой контент. Если у тебя есть вопросы, ты можешь прямо там под видео в комментариях писать, на какую тему ты хотел бы увидеть следующее видео или с какой проблемой ты столкнулся. Я обязательно тебе отвечу и постараюсь помочь тебе решить твой вопрос. Ну и теперь нажимаешь кнопочку под таймером, чтобы попасть в локацию. Попадаешь вот в такой вот белый туннель, прыгаешь на рельсу и лутаешь башмаки. Воу, а неплохо так, доехал до конца уже вон 86 тысяч, 87, 89. Посмотрите, какой буст шикарный, просто почти сотку, просто проехавшись по рельсе. Теперь попадаешь в локацию с кабанчиками, берешь вот здесь вот пушку с лавовой жижей, поливаешь кабанчиков. И на них фармишь еще невероятно огромное количество опыта. Здесь можно их фармить, пока тебе не надоест. В любой момент абсолютно можно выйти, потому что у тебя опыт сразу зачисляется на аккаунт. Здесь я сейчас постреляю 15 минут, чтобы показать тебе, сколько за это время можно налутать опыта. Но это еще не все. Если тебе надоело стрелять по кабанам, или ты вообще не имеешь такой возможности и времени, просто прыгай вот сюда, вот в комнатку АФК, и прыгай там столько, сколько ты сможешь. Главное, чтобы ты двигался раз там в 12-13 минут. То есть не реже, чем раз в 14 минут. Иначе уйдешь в АФК и тебе перестанет начисляться опыт. Все, стреляю. Таймер запустил. Сейчас посмотрим, сколько я залутаю за это время. Так, друзья, 15 минут прошло. Смотрите, за 15 минут стрельбы по кабанам я заработал почти 200 тысяч опыта. Просто невероятно. Сейчас вы можете продолжать дальше лупить по этим кабанчикам, зарабатывать еще опыт, если у вас есть желание. А можете зайти вот сюда в АФК-комнату
и просто прыгать здесь в АФК. Каждые 12-13 минут двигайтесь, чтобы у вас не остановилось начисление опыта, чтобы вы не ушли в спящий режим. Просто вправо-влево и переключили оружие, чтобы точно понимать, что вы двигаетесь. Все, здесь прыгайте просто сколько захотите. На этом буду с вами прощаться. Сейчас чуть попрыгаю, покажу, сколько вот опыта насыпает мне. Вам желаю, ребят, классного дня, крутого настроения, отличной игры. Естественно, быстрее всех залутать боевой пропуск, забрать все награды. И если вы качаете твинков, то прокачать как можно больше, чтобы забрать как можно больше халявных вебаксов. Всех обнимаю, всем пока. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк.